Вот такой интересный вопрос. Можно ли мусульман поздравлять с пятницей, если человек это делает, и если это является нововведением, то можно ли назвать человека, который это делает, бидатчиком? И вообще, существует ли конкретный запрет на то, чтобы поздравлять с пятницей? Бисмиллях, альхамдулиллях, вассалату вассаламу аля расулиллях. Поздравлять именно пятницу из пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, из подвижника и табиина вчера нету ничего достоверного, что они поздравляли по пятницам. А так, если человек стыдился, поздравил, сказал «Джума Мубарак», там ничего такого запретного нету. Но это взять ада там и распространять какие-то смс-ки по пятницам. Картинки. Да, или же, если так будем, получается, мы какую-то вещь ведем в религии, как будто пятница сунна это поздравляет, это лучше поздравлять по пятницам. И также потом приходится понедельник, четверг должны поздравить, потому что уже потом придется каждый Яума Арафа поздравлять, потом приходит Зуль-Хиджа поздравлять, потом приходит каждый месяц у нас увеличивается которое поздравление, которое не делал ни пророк, ни сподвижники. Из-за этого лучше воздерживаться от этих поздравлений, кроме тех времен по праздникам Яум-Аль-Ид и Айд-Уль-Фитр и Айд-Уль-Адха. А именно остальные дни ни от пророка, ни сподвижника не было, что поздравлений, которые говорили. А так, встреча тебе сказал Джума Мубарак, поздравляю, пусть Аллах примет твой Джума. Такого там запретного, такого нету. Но постоянство вот этим является бедам. Аллаху алам. Ассаляму алейкум арахматулла. Судя по комментариям, многие еще не в курсе, что прежний наш канал был удален. Так вот, это наш новый канал. Все вместе, сразу, подписываемся, смотрим актуальные тематические плейлисты, актуальные видео, делимся ими в соцсетях, в мессенджерах, среди друзей и близких. Это помогает выводить видео в тренды и способствует тому, чтобы как можно больше людей увидело этот ролик среди предложенных. Ассаляму алейкум.